Ко Пресвятей Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии, во умиление сердец наших помолимся. Пресвятая Богородица, спаси нас. Во всемилостивой Госпоже, Богородице, Небесная Царице, Всемощная Заступница, непостыдное наше упование, благодарящее Тебя всех великих благодеяниях в рода родов людям российским от Тебе бывших, предпречистым образом Твоим молим Тебя, сохрани первопрестольный град сей, храм сей, предстоящие рабы Твои, всю землю русскую от глада, губительства, земли, трясения, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и междоусобные брани. Сохрани и спаси, Госпоже, великого Господина и Отца нашего Святейшего, Патриарха Кирилла, вся преосвященные митрополиты, архиепископы, епископы, президента Владимира и воинство наше. Помяни, Владычица, и весь священнический и монашеский чин о спасении их, согрей сердца их ревностью о Боге и достойно звания Своего ходите к Гожду укрепи. Спаси, Госпоже, и помилуй рабы Твоя, где предстоящие и молящиеся, братью святого храма сего, сестер сестричества, и всех, где предстоящих и молящихся, и даруй нам путь земного поприща без порока прийти. Утверди нас в вере Христовой и в усердии ко православной церкви, вложи в сердца наше дух страха Божия, дух благочестия, дух смирения, в напастях терпения нападашь, благоденствие и воздержание к ближним, любовь ко врагам, всепрощение в добрых делях приспение. Избави нас от всякого искушения и от окаменненного нечувствия. В страшный же день суда сподоби нас ходатайством Твоим стать и одесную Сына Твоего Христа, Бога нашего, Ему же подавай всякое слава, честь и поклонение с Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Величаем, величаем Тя, Пресвятая Дева, Богоизбранная от Троицы, ищем образ Твой святый, им же точишь и чистая Своя Матери, святославных и всехвальных апостол, преподобных и богоносных отец наших, всех святых земли Владимирской, просиявших и же памятные не светло празднуем и всех святых, помилует и спасет нас, как благ и человеколюбец. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение во всем благое поспешение, подар Господи, святейшему патриарху Московскому и всея Руси, Кириллу со всей его богоспасаемую всероссийскую паствою. Бога храни и стране нашей, президенту Владимиру, властям и воинству, братья и святого храма сего, прихожи нам, поющим и святым храме, всем сестрам сестричества, благотворителям, строителям, жертвователям святого храма сего и всем православным христианам, и сохрани их на многое лето.
дорогие, поздравляю с праздником нашим престольным Владимирской иконы Божьей Матери. По ее молитвам, ее святым покровам, да хранит Господь храм наш, страну нашу и всех прибегающих к теплому материнскому заступлению. Спасибо.